Всем привет! Сейчас проведем эксперимент с водой, бутылками и морозом. У нас минус 30. Налил я в бутылки воды. Полная бутылка с закрытой крышкой, полная бутылка без крышки. Пол бутылки с закрытой крышкой и пол бутылки без крышки. Посмотрим, что с ними произойдет через сутки. И вот что случилось с бутылками и с водой. У первой выбило крышку, полная была, и потрескалась бутылка. Вторая без крышки была, то же самое, даже вон как воду выдавила, и бутылка вся потрескалась. Тут было половина налита, с крышки крышка на месте стоит, но стекло бутылки тоже все полопалось. Здесь тоже просто до половины было налито. Без крышки бутылка тоже вся полопалась. Такой вот эксперимент. Вода расширяется при замерзании. Бутылки, стекло лопается. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь в соцсетях. Комментируйте. Всем пока.